Она обсуждает просто сейчас настолько дорогие билеты, что просто... Ну, вне сезон. То есть вот нам спорили, надо сейчас уехать. Это даже не буду говорить, сколько это. То есть на это можно здесь жить еще 2 недели. Хотя бы в ноябре или в начале декабря есть надежда? Это уже опять будет сезон. Придумаем что-нибудь. Может быть, в феврале. Самый лучший месяц Севастополь. Да придумаем, придумаем, конечно. В Артишоке будет счастливо. Да, ребята, пока я не забыла. Внимание. Мы обязательно, то есть я обязательно еще поиграю здесь в пирамиде перед отъездом, если меня пустят. Но через неделю меня пригласили в такой чайный клуб, который находится на Одесской, напротив остановки Центральный рынок, на Одесской 4. Он называется Теа-Арт. Вот. 9 числа в 7 часов. Вход свободный, естественно. Все приходите, я думаю, мы поместимся. Вот хозяин клуба находится тут. Вот, он симпатичный, судя по всему. Или газе? Я думаю, что оба. Да. Вот, 9 числа, Одесская, 4. Запомнили, да? Да. Приходите, пожалуйста, ровно через неделю. Вот, так вы представляете себе, пока у меня болело, значит, это горло, точнее, я хрипала, я в Коктебеле устроила караоке-пати. Говорю, ребята, я играю на гитаре, вы поете. Мое. Что? Мое поем? Мое, конечно, а что, чай, что ли? Алло. Ничего не помнит текст. У меня есть свидетели. Никто не знает. Кроме Лёвы, никто не знал песен. Я думаю, в Севастополе, конечно, это лучше сработало. Я уже даже думала сегодня объявить, что будет караоке-пати. Но, к сожалению... Когда она играла, там бежала это. Никуда ничего не будет бежать, сами идут, сами все принесут. Для этого песенники и нужны. Хорошо, к следующему разу будет вам петь. Где Шила? Шила, ты тут? Поймал? Боря, у нас есть заказ, соцзаказ. Надо к следующему разу сделать песенник. О, смотрите, смотрите, скорее. Я не знаю, что это. Скорее сфотографируйте это. Или что-нибудь с этим сделайте. Снимите на что-нибудь, на все что угодно. Этот самолет. Это нормально. Кстати, как еще следом самолет? Да подожди, как это вообще? Так бывает. Что это? Это фольга, что? Да, ну типа звери, только много маленьких кусочек, соединенные между собой. Запускают, а почему она светится? Это фольга. Да, это фольга играет. Она свет попадает. Это фольговый. Никто не ручается за нас. Меня ничто уже не тешит. Я словно шарик за ручку болтаюсь, уже небо закрывает. Ботинок это ходить босиком, ходить босиком. Самая готовая лупа повальные раскопки это залезает с косяком, залезает с косяком, залезает.
Бабаганской духовной службы. Самая готовая была у повальной раскрутки до Лабаганской. Без травы, без вина, без вина виноваты, без травы мы правы, каждый хозяин своей головы. Независимая воля, независимая воля, так отпившегося в организме каннабинола и алкоголя, без травы, без вина. Веревочки болтаются между небом и землей. Меня ничто уже не держит, и словно шарики веревочки болтаются. Солнечного Санкт-Петербурга исполняет. Yeah.
каменного мешка. Гиби, гиби, где твоя внука? Где пахай, где твои цветы? Вся моя бесконная ошибка, то, что ты родился в России, снова дала там, в каменном мешке. Себя в упор, он опять не без свободы, не прокалывает голову. Кто здесь ты, кто здесь я, кто здесь Боба, кто свинья, кто горчок, а кто ты кач, кто герой, кто судья. Тихая. Ничего? Как вы думаете, можно ее тихо спеть? Там же надо. Мы стояли на вокзале, чемоданчиком в руке. И тут по радио сказали на тарабарском языке, что в окнах нет места, и на крышах тоже нет. И нам придется потереться тем, что был наш билет. Все до камень лежит глубоко. Мы стояли на вокзале с чемоданчиком в руке, и тут по радио сказали на тарабарском языке, что в вагонах нет мест, и на крышах тоже нет, и нам придется потеряться тем, кто был наш билет. Нет места, и на крышах тоже нет. Но нам придется всегда потеряться тем, что был на земле. Или в землю провалиться, или в небо улететь, или во что-то превратиться. Чему не свойственно хотеть. Сядь на камень, дыши глубоко. Завтра в это время будешь далеко. Уважаемые пассажиры, мечтайте о езде. Глядите, сторожи живут довольные везде. Никуда не улетают и не ходят, между прочим, никуда. И для счастья им хватает и полезного труда. Сядь на камень, дыши глубоко. Завтра в это время будешь далеко. Чемоданчиком в руке. И тут по радио на тарабарском языке, что в вагонах нет места, и на крышах тоже нет, и нам придется подтереться тем, что был наш билет. Сядь на камень, дыши глубоко. Завтра в это время будешь далеко. Ты ждал далеко. Что вы думаете, мне тоже хочется громко спеть? Хочется же громко сказать, хочется? А, ты или что? О-о-о. Заступишь колхину в городе Навин, и не доезжая до Кохтлояжа. Взгляни на карту, взгляни на карту, сверни на карту. Стрели сигарету у шофера, посетуй, что нету Беломора. Смотри на карту, смотри.
карту, ты едешь в Тарту.
но это надо низко, представляешь, это низко будет. Анплакт какой идеальный, там какой у тебя? Так, а все анплакт. Я имею в виду. Это есть такая история, которую рассказывал, значит, Лепницкий, вы знаете Лепницкий, который в «Звуках мой» играл, значит, на басу в свое время. Вот. А был такой Коля Дмитриев, он помнит потом, хозяин клуба «Дом». Вот. Очень любил джаз, не любил рок-н-ролл. Он говорит, только никаких рок-н-роллов и блюзов, пожалуйста, как хорошо, хорошо. Вот. И вот однажды выступал у него Мамонов. А может быть, у него еще выступает Мамонов, такой выступает, никого не трогает, пьяный забыл слова. Первый куплет спел, а второй не помнил. Ну и спел опять первый. Опять музыканты играют, опять первый куплет спел. Ну, в общем, как-то на этом закончил. А после концерта к нему подходит Коля, говорит, вот это было круто, вот это было концептуально, вот это было да, вот это было правильно, вот так и надо, да, вот так и надо было, вот это прям отлично, вот такое решение прекрасно. И дальше Лепницкий говорит, интересно, лукавил ли Николай? Да. Что вы говорите? А? Про макароны. Еще скажу про пельмени. Про прерогативы, да. Раньше ты рисовал, собирал объедки, презирая теплые сухие клетки. Раньше ты ходил в разодранной жилетке и не знал, где будешь ночевать. Когда по пьяни ночевал у Светки, у метро приходится, оставил монетки. Вилан в холодильнике искал креветки, а потом расшатывал кровать. А вот теперь ты живешь в этом доме, эти стены, крыша и пол. И чтоб поесть, ты садишься за стол, и ты знаешь, что это конец. А раньше ты ночевал, где попало, без подушки и без одеяла, и будил тебя мент на скамейке, и на лестничной клетке жилец. Ты сидишь на стуле, держишь нож и вилку, ты войну и мир листаешь, как мультику. Ни один устал не скачет по затылку, ни один не тот свет. Отшвырнув толстого, раскрываешь просто стриженные башки, заброшена и пусто. Сумерки на улице, в усах капуста, где-то были сигареты и хер. А раньше ты ночевал, где попало, без подушки, без одеяла, и будил тебя мент на скамейке, и на лестничной клетке жилец. И ты находишь бычок по привычке, ты уныло берешься за спички и поджигаешь всю эту контору. И ты знаешь, что это конец, конец. Тут много детей, матом ругаться не хочется. А дети там? Дети там. Половина детей на улице. Что? А можно, они зовут его Раскольников. Это можно, да. А там что? Как же? А дети? Что они подумают? Я все время представляю, даже... Мне Платон говорит, а почему вот сухого ангела, как это сухого ангела, ну так сухого и сухого. Я ему ничего не говорила. Это ж не мотивки. Ум, Господь, дорога. А, хорошо.
Я сейчас все остальное тоже спою. Честно. Кроме песни мужской. Как и женской. Спасибо, не надо пить по скуре. О, пожалуйста. Дорога пришла к человеку домой. Дорога пришла к человеку домой. Дорога сказала, ты мой. Ветер дует, и ты
Хорошо, сначала Раскольникова обещали. Сейчас каждый из вас за это вспомнит, когда и при каких обстоятельствах он впервые услышал эту песню. Вот вы, например. Я звезды у шамана в 87-м году, я тут прям на песне слов. Лично от меня ли кто-то пел? Ну, вы сидели на полу, сидели в нашем сообществе. Это в Москве все. В Москве, конечно. Но без звезды у шамана. Да, да. О, круто. Ха! Вы тогда первый фильм, мне было 19 лет. Сила, мне 26. Сила, а куда нас сила выполняет? Подойдите, потом мы поговорим о том, о силе. Сила, ух ты. Подойдите с вами отдельно. Да, отдельно, отдельно я их предлагаю. Да, я что-то в этом роде предполагаю. Это там, где были всякие Вовы, Каминины, да? Ой, я к тому времени все забыл. К этому времени все забыл. Хихусы какие-то, Каминины. Я к тому времени в 88-м году только первый раз в японскую тусовку в Москве попал. Именно прям в Ван, в эпицентр. А откуда? Из Питера. Эпицентр-то был в Питере, как-то. В общем-то. Ну хорошо, тоже не помню. Круто, спасибо. Подойду. Порадовал. Подойду. Это именно первая такая ваша песня, которая впечатлила. Я тогда хорошо спала. Я иногда и плохо, и нарочно. Они зовут его Раскольников, они зовут его. Он автор множества покойников, больше ничего. И каждая звука давай, я не верю им. И только Соня Мармеладова на колени верни. На кухне маленького домика он пьет остывший чай. Он в роли горестного комика, ему крича кончай. И каждый друга давай, но я не верю им. И только Соня Мармеладова на колени верни. Они зовут его Раскольника, я ненавижу их. Среди стрелковых алкоголиков он самый главный псих. Их ожидает мука дова, но я не верю им. И только Соня Мармеладова на колени перед ним. Они зовут его Раскольников, я ненавижу их. Он автор множества покойников, метафизических. И когда их много давай, но я не верю им. И только Соня Мармеладова на коленях берегу. Это, кстати, была одна из немногих песен, которые мои песни пел Башлачев. Вот. Как-то с ним немножко были знакомы, и одно время один раз встречались и пели друг другу свои песни. Вот. И он перенял несколько моих песен и пел их. Он эту песню как-то переделал, потому что неправильно запомнил слова. Мне в Америке Кирилл Кувырдин рассказывал, как именно он ее пел. Но я все время забываю, он как-то там переначал эти физически. И еще он пел вот эту песню. Хотел бы я послушать, как он это поет, да? Ну, не довелось. Может, где-нибудь записи какие-нибудь. Никогда в жизни не стал. Одни сидят за стрёмным кафе.
другие спят на завязанных глазах. Дурной Питер варит рта, в Москве и в Питере, в Казани и в Уфе. Прощай, прощай, душа моя, прощай, нам остается только бледный чай. Негодный в употреблении терки, полунитаза без поток не хлеб. Прощай, прощай, иллюзия любви. Прощай, прощай, иллюзия свободы. Отходы отравили наши годы. Иисус Христос шагает по крови. Он говорит о правде добре. Он наделяет нас семью хлебами. Прощай, малыш, пора вернуться к маме. Совсем не та погода в дворе. Прощай, прощай, душа моя, прощай. Нам остается только бледный чай. Негодное к употреблению терки. Полунитаза без потух не хлеби. И телефонограмма сгорели. Нас еле выпустили из пятерки. Тех времен вообще есть много песен, которые я почти не пою. Так как-то они исчерпали. Правда. Откуда вы знаете? Правда. Холодный день, на серых лицах тень. Идите в пень, не припираться с вами лень. Рыцарь, образ жизни, печальный образ жизни. Но этот образ мой. Нет, мы будем, естественно, поэты. Я не торчу и дрищ больше не хочу. Но все равно беду я скоро залечу. Мы расканули 5 рублей. На жопе будет так лень, и не уйти мне с глаголей. Я рыцарь, рыцарь образа жизни, печальный образ жизни. У вас там кто-то свистнул что-то. На всей шакете были все, я была во всей косе и танцевала, словно белка в колесе. Ко мне внезапно подошла большая толстая ела. Очень странную беседу провела, я говорит, ела. Работаю в райкоме, поедем сам за льдом в исполкоме. Голосуем мы в аргумент, и ты споешь для нашего тепла.
запрещены. Длиной конопля. Нам нужно слушать, не дышать, нам нужно пушь, не спеша. Мороженое ложкой шевеля. И я сказала, это рыжий дуре. Но ты в натуре, но ты не в натуре. А вдруг туда прибрется весь народ. Она сказала, нет, конечно, не придет. Почему? Потому что там будет... Три рубля, там нужно слушать, не шея запрещены, иной конопля. Там нужно слушать, не дыша, там нужно кушать, не спеша, порожные ложки шевеля. Только дома, да другого, вся дорога нам знакома. Мы везде бывали, кроме как райкоме, я в горкоме. А вот, например, нам гава. Ряд крови клубятся, кто был когда-то, клубятся, кто был когда-то, руки не причесан. Прежде в подвал или черта придет туда, забудь стремато, обращайся туда. По всем вопросам, где ты и бабчик, он мне наляпать, можно на стене и написать, конечно, не твои. Там можно петь, танцевать, играть брюки, рисовать, нельзя шалить, курить и выпивать, и я скажу. За этой рыжей дуре, ну ты в натуре, ну ты дела в натуре, чем пить у вас, папа, по 3 рубля. Уж лучше я пойду на гоголя, у которой мы стырили строчечку большому папашке.
Нормально. Даже не думала вообще о том, что ее строчка такой популярности будет. А слышите, что-то хотела веселого. А, вы знаете, оказалось, что из Бузулука родом, собственно, Болин дедушка, знаменитую книжку, которую мы уже не только издали, но уже почти продали. Вот так. Так что, кто бы мог подумать. Мы сели на кокосовый пальмы, кругом была вода. Мы сели на кокосовый пальмы, кругом была вода. Ты сказал, что оттуда быть здесь никогда, ты не волнуйся, мама, ничего не будет хорошо. Темно ночью мы летели в самолете, кругом была гроза. Темно ночью мы летели в самолете, кругом была гроза. Летели в самолете, кругом была гроза. Мы сели в самолет, неисправно тормоза, ты не волнуйся, мама, ничего не будет хорошо. И мы садились в автобусные вагоны, чтобы ехать на восток. Хотели на востоке устроить пусток, ты не волнуйся, мама, ты ничего не будет. Пока тетрадку не стали, я моталась по проклятой шестой. И иногда эта шестая оказалась совершенно пустой. Перестрелка, перестрелка, и опять застой, но я буду, 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 пока не крикнул, стой. Ты не волнуйся, мама, ничего не будет хорошо. Ты не волнуйся, мама, ничего не будет. Yeah.
Как жизнь видит.
Я вам расскажу еще одну потрясающую историю. Может быть, сейчас мне наступит какое-то разрешение. Мы вчера гуляли довольно долго. Гуляли. Я увидела в толпе такого чувака, который обычно здесь не бывает. Он такой был длинный, такой весь в белом таком костюме, каком-то очень приличном. И с такими волосами примерно. Ну, явно совершенно не хиповый, а скорее типа художника какого-то, не знаю, с такой аккуратненькой белой бородкой, с довольно благородной внешностью, длинный такой, прямо очень держался. Я тебе говорю, он стоял на остановке. Значит, вот где там Приморский бульвар, и все вот это вот там. И потом всосался в маршрутку и подъехал. Ну, увидела, подумаешь. И потом ночью мы уже идем, ночь глухая, мы уже идем домой, как-то там поползаем. И идем где-то в районе улицы Новороссийской, там такие дома красивые, да, дворы такие, все такое романтичное. И никого, ни души. Мы заходим в какой-то двор, в конце двора маячит фигура какого-то человека, который просто стоит. Мы, значит, доходим до этого человека, так это тот самый дядя. То есть, если бы я была пьянее, я бы его, конечно, спросила: дядя, ты кто? Но поскольку я была почти трезвая, это было неуместно, я так и не узнала, кто это. Может, вы его знаете? Продолжаем наш концерт чуть-чуть еще, да? Ой, мама. Thank you.
чем нарисовано небо. Спасение придет туда, где все это было. И только звуки в твоей голове. Ты сдаешься под конечный слух.
поиграем в ящик. Что говорить? А, это... Тихие будут таблетки, чё? Давайте мы тихонечко так свернемся, споем маленькую песенку, тоже очень севастопольскую. Мне бы водички попить. Есть водички попить? Красиво. И три мороженых. Все поняли, когда следующий концерт? 9-го. В чайном клубе. На Одесской 4. Напротив остановки Центральный рынок. Ой, спасибо тебе большое. А вот отдай трубочку. Спасибо. Также хочу сказать большое человеческое спасибо работникам компаса и примкнувшим к ним вольным художникам, которые помогают мне неизменно. А бурные аплодисменты, пожалуйста. А также прекрасной, любимейшей зеленой пирамиде и ее хозяину. А также Виталию за аппарат, который там выставляет. А вообще говоря, я еще с ними сейчас поговорю. Может, он... А
они, я, мы договоримся сейчас. Еще на что-нибудь? Где-то посреди недели. Не уходим еще! Сейчас уйдете. Также большое спасибо Леше Цикалу и его прекрасному семейству. Неизменно помню. В самых разных обстоятельствах. Кого еще поблагодарить? Там еще одна девушка. Голос. Сейчас буду беречь. Сейчас еще одну песню спою и поберегу. Да. Я вас прошу, пожалуйста, вы все сведения о том, что у меня какие-то концерты, прям все сообщайте своим. Да. Thank you.
Спасибо. Спасибо. Приветствую.